В Калмыкии дан старт орнитологической экспедиции, возглавляемой Антоном Ивановым, кандидатом биологических наук, руководителем группы сотрудников отдела сохранения биологического разнообразия в НИИ «Экология» Минприроды России. Сделано это в рамках повышения биоразнообразия и в целях изучения калмыцких степей на пригодность среды обитания европейской популяции краснокнижной дрофы-красотки. Также по поручению президента России Владимира Путина в республике будет создан центр по разведению этой птицы. Глава Калмыкии Батухай поделился, что стратегическое преимущество региона – природное многообразие, и для его сохранения необходим комплексный подход к обеспечению орнитологического баланса. В нашей республике на территории Саламанческой впадины обитает три вида семейства дрофинных. Необходимо сделать так, чтобы их популяция росла. Специалисты уверены, что в местных природных условиях можно сохранить ареал краснокнижной дрофы и готовы выполнить свою экологическую миссию, отметил глава региона, пожелав участникам экспедиции успехов.